ЧП в разгар рабочего дня. Накануне в столичном многофункциональном центре рухнул пассажирский лифт. По счастливой случайности, в момент инцидента в кабине никого не было, а жертвы могли быть. В восьмиэтажном здании помимо самого МФЦ размещаются офисы десятков организаций. Известно, что подъемник упал с высоты 8-го этажа. Причины, по которым он рухнул, сейчас устанавливают представители надзорных ведомств республики. Региональная прокуратура и Следственное управление Следственного комитета организовали свои проверки. Отмечу, что со сроками эксплуатации лифта все должно быть в порядке. Здание первого в Чебоксарах МФЦ запустили около 12 лет назад. Вопросы у проверяющих больше вызывает тот факт, насколько интенсивно подъемник использовали и как за ним следила обслуживающая лифтовая организация. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашской республике организовано проведение доследственной проверки по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе установление конкретных лиц, ответственных за содержание лифтового оборудования. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.